25 юных люберчан стали полноправными гражданами Российской Федерации. Они получили свои первые паспорта. Главный документ юношам и девушкам в торжественной обстановке вручил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Уже взрослые достаточно люди, получаете первый документ, который говорит, что вы граждане великой страны, граждане Российской Федерации. Это, конечно, достойно, это почетно, но это и обязанности, обязательства перед государством. Вместе с паспортом молодым людям вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Также новоиспеченные граждане получили памятные подарки с символикой Подмосковья. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.